Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию Sid Meier's Civilization 6. ФФА на восьмерых, монополии и корпорации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, и вам всем приятного продолжения просмотра. Здрасте. Да, мы тут парой ходим. Блин, вы так вдвоем встали, что я не могу теперь походить скаутом. Может, монгол, ты вниз отойдешь там? Ой, сорян. Блин. Ну, с той стороны никто любить не будет. Угу. О, есть руинка. О, вот так отлично. Мы обменялись местами. Так, тут, наверное, начну со специй. Блин, а чё уехал куда-то варвар? Я хочу добить, чтобы у меня галера апнулась. Ладно, пускай тут стоит лечится. Что мы в Литисе будем строить? Вообще я могу священное место уже начать, да? На 4. Есть священное место на 5. С великим стримером. Но мне кажется, на 5-то поинтереснее. Тут это место можно для театралки оставить. Так, после обработки бронзы... Не хочу я письменность, честно говоря. Пойду сразу в навигацию, а потом уже письменность. Так, купаем в Лондоне торговца. У нас на юниты стоит, да? Слушай, я лагерь возле моего чуда. Он тебя находил или нет? Просто я пришел, нет. Там уже 30 юнитов стоит. Нет. Бред какой-то. Там уже стоит, блин, 2 дубины, 2 лучника. Ну, просто он, видимо, появился в начале игры и наспамилось. Становится, когда они кого-то находят. Не за кэшкой борются сейчас, конечно. Просто, чтобы дорога была. Спасибо. Так, ну, пожалуй, вернусь, полечусь на всякий пожарный. Да, к сожалению, нормальный век. Но Артемида того стоит. Как Париж стоит мессы, Артемида стоит золотого века. 30 веры. 2 очка не хватает, видите. Ну, может быть, надо было раньше к этому лагерю идти. Если бы я его сейчас захватывал, вот был бы и золотой век. С другой стороны, а что мне сейчас в золотом веке? На веру у меня пока нету на веру. То есть не скажу, что я тут много теряю. Ладно, давайте, наверное, еще строителя. Стоит пока карточка на строителя. А вот здесь, где у нас священное место, 3, 3, 2, 2. Спасибо. Блин, на холме неохота, я бы, наверное, здесь тогда поставил. А это значит, что нам нужен еще рабочий, очевидно. Я сейчас, наверное, после этого рабочего... Так, мне надо что-то быстро открыть. После этого рабочего поставлю карточку на посела, и как раз он вырубит на посела. Достреливает. А, ну тут холма нету, да. Он не достреливает. Так. Заезжаем в город лечиться. Так, что нам быстренько открыть?
Два хода мистицизм. Да, давайте мистицизм откроем, тем более там посол будет. Пингало в Лондон прибыл. Ну, давайте в очередь, в общем-то, посела. Тут счастье появляется и... Нет, только счастье. Нормальный век, к сожалению. Ну, наверное, монументальный, если сейчас районы будем. Или... Не, ну я не уверен, что я успею религию, кстати, принять. Не факт вообще абсолютно. О, вот этот явно меня спер рабочего. Вау. Это я неудачно заглянул, ребята. Вильнюс первым встретил. Ничего себе. Ну, а вот Гранаду не первым. Хайпер, как у тебя город-то накрыло? Я не могу перерадоваться, там еще дубина стоит, и варвары, конечно же, не покосались ни разу. Удачно. Да, я думал, с варваров тут, ну, с двух сторон, сверху, снизу зайду. Оказывается, наоборот. Блин, еще одну ГГшку первый встретил. Унса. Подожди, а Кумаси? Серьезно, араб первый Кумаси встретил? То есть тут араб уже все исследовал? Так, значит, эту клетку выкупаем, вырубаем болото, ставим священное место. Дальнего моего юнита в городе, который стоял, обожаю. Так, этот у нас идет рыбы обрабатывать. Тут сначала ставим плантацию, потому что она дает счастье от Артемиды. Пожалуй, тут просто постою. Так, и тут тоже станем... Ой, блин, окружают демоны. Давайте, наверное, по лесам возьму. Никого не выношу. Титул, да, о, да, кайф. Город, ты просто так... Это вовремя. Так, ну давайте науку. Мне вот интересно, как получается, что я религиозная нация, а вокруг меня одна военная, вторая морская военная, и его тоже убить делают религии. Ну, дело в том, Хайпер, что ты как-то странно исследуешь, я вокруг тебя две религиозные ГГшки нашел вообще-то. Я их тоже нашел. Ну, так что тебе? Тебе мало? Не, при чем здесь? Зачем вам религия, я не понимаю. Что, при чем тут религия? Зачем вам верование? Ну, мне зачем? Может взять. Тебе, да, зачем? Ты же вроде морская нация. Ну, я хочу верить, что не из обезьяны же мы произошли. Понятно. Так, тут стоим, лечимся.
Шоколад, конечно, хотелось бы обработать, но пока... А, блин, я не поставил карточку на... Фак, открывал... Открывал мистицизм для того, чтобы карточку поставить на... На поселенца, и сейчас в итоге поселенца лишние ходы строю. Не, пожалуй, постоим. Почему 8-12 человек? Так, ну... Мне бы надо, конечно, менять на плюс 5 против варваров. Так, а что Лондон следующее присоединяет? Этот холм, а лиц... 7 ходов. Ну все, гоно. Ну, тут два заряда и так есть. Тут надо что-то здесь из того, что тут мы обработаем. Ладно, пойдем в ту сторону. Наверное, поведу все-таки посела сюда сначала. Ты думаешь, Леша собаку? Или в Америке собаку нет? Да, Америка отстала. Блин, нормально, я 6-7 ГГшек уже нашел. Нормально. Вот тут, мне кажется, территория не исследована плохо. Я так понимаю, что арабы там варвары напрягают. Тотально. Так, могу ли я эту клетку выкупить? Могу. Значит, мы заканчиваем посело. И сразу начинаем священочку здесь. На плюс 3, но... Тоже неплохо на плюс 3, чё? Проатакую. Ой, блин, он, наверное, может мне все-таки убить этого. Так, надо... Не, пока постою. Даже если появится варвар... И захватит рабочего, я смогу не дать ему увести его куда-нибудь. Так, это варвар об меня тут убился. Пожалуй, постою, полечусь. Иду с этой стороны, вот тут... Нет, это скорее... Я думал, может, это чудо культурное, это, скорее всего, вулкан извергся. Так, сначала давайте судостроение... Или деньги. А, давайте деньги, потом лошадей, а потом судостроение. Ну, видно, у кого, кто пингалу прокачал, да? А араб решил расселением заниматься срочным. Кстати, религию кто принял? Араб. Накорми мир и церковная десятина. Так, вот у нас счастье появилось. Я не знаю, стоит ли мне вести вторую галею. Я бы лучше в две стороны вот так бегал. О, не убило. Отлично. Забираем. Ну, я бы, наверное, вел... рабочих вместе с этим поселенцем, чтобы, например, лисиц обработать. То есть я бы в Лондоне тут пока ничего не делал. Ну. И, наверное, и в лучников тоже бы не апал пока. Пойдем туда разбираться, там тоже где-то лагерь должен быть. А, нет, чудо все-таки. Слушайте, наверное, не пойду я под Эйеф и Ада Якудаль. Еще извергнется, я там сдохну. Так, значит, тут против варваров поставим таким. А здесь на поселенцев. Забрал пантеон на клетке тундры, при этом святейшие храмы дают плюс 3, плюс 2. Ну, смехомо. А, кстати, араб на тундру взял. Ну, кто там веру взял? Ну, на тундру тебе это будет... На 6, на 5, на 4.
Не знаю, по-моему, Хайпер все правильно взял. Что у него, очевидно, пустыни меньше, чем тундры. Так странно сгенерировалось. Первого я неправильно взял. Вот, это был эфир. Как раз строишься. Блин, я так надеялся, что тут какие-то острова будут, откуда на меня приплыли эти варвары, а видите, как оказалось. Это квадрирема, да? Фигово. То есть не стоит ли она меня обстреливать будет. Не, давай пока нет. Я не хочу, чтобы он меня тут рассматривал мои города. Так, а вот этим рабочим-то мне нечего пока обработать. Мне надо где-то здесь город, очевидно, ставить. Скорее всего. Мне кажется, вот сюда. Тогда еще сюда влезет. А, блин, если... Ну, мне сначала надо сюда поставить. Так, ладно, тогда непонятно еще. Блин, может выкупить эту клетку с шоколадом? Наверное, да, так и надо. Ну, потому что это, опять же, плантация, которая дает от Артемиды еще счастье. Видите, как у меня Лондон... На дрожжах растет. Я не буду торопиться с религией. То есть я не буду проекты читать на религию. Я думаю, что надо мне сейчас сразу гавань будет после священного места ставить. Ну, верфи королевского флота. Другое дело, что так и нету других континентов у меня рядом, поэтому особо способности... Видите, все рядом со мной сплошная Авалония. Блин, тут... Надо как-то... Это я не мешаю монголу, мне надо выйти, просто он сейчас город поставит, я просто тогда выйти не смогу никуда. Давайте-ка этого сразу на лисиц. Может, все-таки... Давайте мы сюда отведем. Из лица. Так, трудовую повинность ускорили. Надо, в общем-то, ее и открыть. И политическую философию прямой наводкой. Открыли верховую езду. Ну, тут три очка... За великое священное место с большим соседством. Бонус стремления. Вильнюс хотел и Кумаси хотел. Слушайте, мне бы Кумаси на самом деле засоюзить, потому что он дает... В принципе, нормальная сделка, слушай. Торговый путь. Мне понравилось. Городу-государству. Так, я бы проатаковал Бодрирему. Блин, там еще одна. Но ты все равно отказал. Фак. Ну это... Да я вообще думал, что мы начнем на 10 рыб. Надо проголосовать, так что... Так что я предложил бы проголосовать? Блин, не знаю пока... Можно, конечно, этот лес вырубить. Типа, тут все равно какой-нибудь район будет, но, честно говоря... У одного остался один город. Ладно, я бы, наверное, тогда ферму там поставлю. Ты двоих уже бьешь, да? Ну да. Это ты так упоролся, что ли, или что? Ну, я не знаю, как это назвать, упоролся или нет. Я говорю, один с одним городом сидит, второй с двумя. Ну, вообще, например, у меня тоже два города.
Так что я не знаю, что там. За меня ты не переживай. Какая даже две лисицы. Когда лагерь подходишь лучником, копейчик выходит, а у меня он что-то просто цевки вышел и все. Ребята, слышно меня? Или не слышно? Теперь слышно. Так, ну обрабатываем. Покупаю эту клетку. Еще одно счастье. Так, а влить некуда. Не, есть жилье, давайте подрастет лиц. Так, давайте отступим. Ну тут, конечно, тяжелые бои. Блин, он все-таки поставил город. Так, давайте-ка с монголом. Что за люди? Ниасус, предложение. Так, трудовую повинность открыли. Большой бассейн закончил. Вот там скаута, мы его бьют. Да, тут, наверное, хрен я пройду, когда... Так, верфь построили, судостроение открыли. Давайте потихоньку в ученичество. Рудников, правда, нету. Монумент. Ну, античную республику возьму. Тем более у меня уже два района на... О, слушайте, поселов-то я буду строить? Буду. Так, два района на... Пророк. Я бы, наверное, и в Литсе сразу, хотя тут маловато производств. Нет, все-таки с гавани, с верфи, точнее, с верфи начнем. А, и мне сразу дают за верфь юнит морской, но это чит. Это чит. Я вспомнил этот английское, ту английскую способность. Так, что мы здесь возьмем? К плюс 2 влияние. Брать против варваров плюс 5. Наверное, надо там морские или не сейчас. Подождите, что мы тут еще можем взять? Уменьшает стоимость покупки клеток на 20. Это можно. И... Ладно, давайте против варваров. Ну, понятно, что мы в золотой век выйдем. Еще 20 ходов, а мне уже 2 очка осталось. Вот видно, что монгол... Но мне выпал губернаторский титул из этой... Из руинки. Парни, подскажите, меня сейчас слышно? Слышно. Ой. Тебя. Парень, что я вот... Просто звук не воспроизводился. Я так понимаю, слышно меня уже давно, да? Ну, нет, только сейчас стало слышно. Второй раз уже как бы спрашиваешь, что я слышу. Просто, чтобы вы понимали, у меня сейчас в ухе AirPods один. Звук воспроизводится из компьютера, а говорю я вообще в телефон.
Вот эта система. Так, слушайте, а если я сюда вот подвину вниз, то тогда у меня все влазит, по идее. Я не видел твоего лучника. И сюда влезет. Так задолбали эти комары. Кусают. Ну сюда я не буду. Наверное, вот этого пусила я, пожалуй, сюда поведу сначала. Наверное, стоит уже апнуть в лучника. Подождите, вот тут апнем. Корим машиностроение и поведем под защитой лучника сюда город ставить. В Лондоне плюс 7 довольства. Просто плюс 7. Наверное, стоит делать уже рабочего, просто здесь шахту. Тут, конечно, будет какой-то район в будущем, но мне бы ученичество открыть. Кстати, вот сюда акведук ставится. И, в принципе... Ага, вот где лагерь. Так... Клетки покупаются дешевле. Все, там не проплыть уже больше. Объединяем и ведем сюда. Кого? Минус. Так, сейчас мы разберемся со всеми этими варварами. Еще, блин. Вулкан. Так, а где у нас тут у монгола я лечился, стоял? Я, наверное, пока сюда пойду и сюда попробую пройти. Поселенец завершен. Наверное, еще поселенца. Не хочу пока... Маяк. Мне надо порасселяться. Так, скоро у нас вообще пророк. Там монгол набивает. Может мне все-таки читануть проект? Но он как через три хода будет иметь пророка и так. Что, наверное... Пока потусую. Я бы сказал так, мне тут важнее... А, подождите, так трудовая дисциплина. Стояночка. Неужели он трудовую дисциплину возьмет? Да не, вряд ли. Вряд ли у него там такое соседство. Может, все-таки прочитать? Я же это ставил, чтобы трудовую дисциплину у меня была. Ладно, давайте... Читану. Ну, мне, ну, во-первых, монгол все равно первый должен брать, а я хочу быстрее взять трудовую дисциплину, чтобы она у меня была. Это плюс... Ну, в Литсе плюс 5 производства, да? Кроме того, давайте теологию открывать. Это соседство как раз священного места. Мне кажется, я немножко тупанул сейчас. Мне надо было... Не, ну, тундра у араба. Вряд ли монгол взял на соседство от пустыни. Потому что не выглядит там так, что у него есть пустыня вообще.
Угу. Выглядит как Индонезия, кстати. Ну. Чё-то конкрешек вообще нет. Индонезия, судя по всему. Так, у нас два посла. Вильнюс пока нет. Ну, в Кумасе у меня тоже никуда не бегает. Я не знаю даже. Наска. Ну, я бы, наверное, пока никуда вообще не отправлял послов. Побережем. Да, я, кстати, тоже встретил только одну. Еще одну галеру выдали верфи. Надо, наверное, убивать здесь. Уровень. Вот это, наверное, уровень не... А, тоже уровень. Отлично. Да боже мой. Соглашайся на мир, развивайся. Я и так развиваюсь. Война — это развитие. Пассивное. Сюда прыгну. Чье развитие? Военное развитие. И что, прогресс? Да, Индонезия. Развитие смотри-ка. Тех, кто не воюет. Леша, ну хоть ты не забери лагерь мне перед носом, а? В смысле, я его убил вообще-то? Ты издеваешься? Три хода, нет. Но тут были юниты, которые умерли. Как думаешь, куда они делись? Ты думаешь, я просто так тут две дубины просрал и два лучника убил? Хорошо, ладно, забирай, только готов. Давай хотя бы половину денег мне. Хорошо. Это ускорение не нужно, и очки эпохи тоже не нужны. Сколько ты вообще здесь юнитов убил? Ну, штуки три, наверное. Ну, вряд ли у меня следующим ходом будет пророк. Скорее всего, все-таки монгол его заберет. Так, а вот в Литсе как раз можно, наверное, с маяка начать. Построили эти минанки. Мне вот интересно, стоит ли лишние 3-4 города на Камне Мира по сравнению с развитием и с темпом, который я получил с помощью трудовой. Просто это города тупо в тундре. Боже мой, мужик, ну ты серьезно? Ну, забирай давай. Ты как вообще город поставил, что его можно 4 клеток с моря? А при чем здесь? Какая разница? Большая, рядом с таким. Момент. Серьезно, я все-таки беру. То есть я набил, мне там 20 очков не хватало. Ну, кайф. Так, трудовая дисциплина. И... Не, ну вообще у Финики есть только... Ой, ну, ну это с Финики есть. Территория, что он мог бы давать. Так, наверное, Гурдвару возьму. Территории? Ты просто хочешь меня упороться? Было в будущем еда. Я понимаю, что я сейчас ее пока строить не буду, но что просто, чтобы, наверное, раб не взял или еще кто-то другой. Ну, я не знаю, зачем ты атакуешь мой город? Зачем я атакую твой город? Не знаю. Я тебе войну объявил, потому что у меня обилка такая. Ну, у меня тоже обилка такая. Хорошо, не вопрос, мужик. Ты понимаешь, что ты себе руинишь игру? Да. Какой смысл играть тогда? Так, надо взять теологию. Ну, в смысле, соседство. Я думаю, что плюс 5 против варваров мне уже не надо. Поселенцев, пожалуй, надо построить. Так, ну и как у нас тут? Смотрим.
Плюс 10 производств. Кайф. По-моему, здорово. Блин, где-то тут надо еще город. Ну, блин, тут такие места, что прям даже и не хочется. Честно говоря. Я, походу, ученичество так открою. Но нету смысла откладывать в данном случае. Пойду лечиться лучником. Так. Наверное, надо из Манчестера в данном случае отправить. У меня есть проблемы с интернетом. А чё вообще с территорией? Лёш, ты же был под Наской? Под Наской? Нет, не был. Ну, сходи там. Чисто территория. Скажем так, кишка в... Бельгийцы забили. 10, в ширину 10 клеток и в длину ещё... А город нахер сломал, ты гений! Боже мой. Ну, короче, ты объявил войну чуваку, он обиделся, и он тебе города ломает, да? Классика. Да, не, ну, конечно, ну, хорошо, но ты сам себя стопишь. Ну, какой смысл? Я ему объявил войну, ничего не сделал. Продолжаем территорию исследовать. Тут хочу посмотреть вот это. Так, ставим город. Конечно, без районов, но... Что? Окленд 200. Что 200? Окленд есть. А, Окленд, здорово. Верну вылечить. Так, в Лондон. Этот, пожалуй, сюда пойдет. Даже, наверное, вплавь. Но он сам, видите, решает, что ему плыть надо. Да, только надо тут как-то зачистить, надо сюда идти. Тут явно будут варвары. О, а ты откуда взялся? Ага, вон еще лагерь варваров, да ё-моё. Посмотри, ты не против моей метки? Надо ли мне еще посевы сейчас строить? Или уже моя... Не, давайте посев. Я как минимум два города вижу еще хороших поставить. Ты, получается, влево не... Блин, Наску бы захватить на самом деле. Так, ученичество есть. Ну, давайте каменную кладку откроем. Которая ниже чего? Давайте, еще, наверное, куплю здесь... Я ее не встретил. Строителя. Может быть, сейчас посмотрим. Куплю эту клетку. А, ну, блин, написано сама... А, 4 хода сама. Так, мы же вроде пока нации не объявляем. Ну, тогда я подожду, кстати, мне тут идти как раз. Раз. Хорошо, ну, как раз 4 хода идти примерно. Это эйфория, короче. Мы с тобой вот встретились 2 хода назад. Моего разведчика и просто разведчик. А, кстати, караван, да, можно... Да, давайте, наверное, караван в Ливерпуле. 120. Отлично, следующим ходом купим. Лечимся и пойду, наверное, в ту сторону потихоньку. Угу. Тут, знаете, наверное, где-то вот сюда, да, город, кстати, имеет смысл поставить. Ниже гранаты. Пока не знаю, где. Единственное, что тут есть вулкан.
Ну, вообще выглядит неплохо там место. К Неарсису, это не моя территория. Не твоя, то окей. Посмотри метку. Так, знаете, не хочу я пока одним, я хочу двумя его атаковать. Просто пропущу ход. Да, тут нормально. Так, это у меня аж на леса, да, прокат? Не, по холмам. Блин. Ну ладно, хоть так походил, хотя лагануло. Так, торговца я бы на самом деле купил следующим ходом лучше. Минус вот еще варианты по районам. 2-2-2-2-2, все. Дай тогда святилище. А, еще значит, амбар можно, кстати. Заповедник. Что насчет заповедника? Маловато престижа для заповедника. Вот где-то вот здесь можно будет, возможно, но... В отличие от инков, Англия горы не обрабатывает. Да, это, наверное, святилище. Может, в гурдвары выйду. Мне все равно нужны, по-моему, два храма там для ускорения чего-то. Есть монумент. Давайте строителя. Тут постепенно... Это, наверное, стремя пока буду открывать. А, два храма для божественного права надо. Так, ну мне надо уже думать про дипломатическую площадь. Пока ну, что-то вот, как-то да, не вижу, где поставить. Кстати, а где у нас в Ливерпуле священное место, возможно? 4-4-5. Вау, и тут 5. Ну тут... Тут скорее кампус все-таки, да. Значит, у нас будет здесь священочка. А здесь кампусятина. Не, Ливерпуль, кстати, крутой город получается. Набили флотоводца. Мгновенно предоставляет квадрирему. Это, кстати, тоже классно. Я могу морскую инфраструктуру ускорить. 12. Так, а я не вышел еще, да, в мечников. Я бы, наверное, сюда повел дуболома. Пока. Сейчас набьем железо, как раз тут он где-то апнется в мечника. Я бы пошел с этим лагерем разбираться. Здесь конец карты, что ли? И там где-то за Индонезией еще четверо получается. Интересно. А ты Харлем решил мне на реке поставить? Я думаю, что не так. Так, ну я думаю, что имеет смысл одного миссионера взять. И Ливерпуль с Манчестером побыстрее не обратить. Хотя, мне кажется, Ливерпуль сам должен. Я хотел поставить его на реке, но не успел. Я думаю, Ливерпуль сам обратится. Ну, пойду... мужик, чтоб ты понимал, ты бы поставил Манчестер в 5 клетках от моей столи. Ну, голландцы вообще неудачно заспавнил. Ну, с Голландии ну, есть. Ну, там спасибо. 5 клеток от моей столи. Ну, понимаешь, удачно-неудачно заспавнил, а всегда можно договориться. Не, мужик, я там город веду. Слушай, а что ты всех мужиками называешь? Может, они парни? Или пацаны? Мне кажется, это, ну, ты сейчас нетолерантна к пацанам немножко. Пацанов жизнь тоже важна.
Sun Lives Matter. Так, собственно... вопрос Лян или Рейна? Мне кажется, Лян вот здесь круто будет. Хороший мир. Давай тогда Лян в Манчестер пока. Ну, то есть на аквакультуру, понимаете. Блин, ну мне дипломатический район стопудово нужен. Так, ну этого, видимо, сюда отправлю. Блин, или туда, где лагерь ну, варваров. А у тебя что проблема? В чем проблема? Он не знает, что брать, ламбу или все. Три города. Я же тут жду. Он решил не пользоваться ситуацией. Есть кто-то, ребята, есть кто против, чтобы вместо меня зашел дед? А чё это ты решил? А зачем? Жизнь плоха, не хочется играть. Нет, ну это... Спать уже хочется. Я что-то... А чё начинал тогда? Не знаю, я что-то подумал, что сейчас будет весело, а тут какое-то говно. А тут войск. Плюс, понимаешь, плюс варвары на голову на этот натянули все это говно. Ты, короче, готов где-то. Нет, типа, голову... типа у меня. Нет, дед не против. Типа у меня все хорошо, но желания что-то нет. Ну как хорошо? Я почему-то. Давайте я поставлю вместо вот это 100. Наверное, посмотреть на легенду. Вот так сделаем. Чтобы. Стены построить. И дальше давайте вот морские знаю, традиции это, как раз. Прийти и уйти, это такое говно событие, но... Не, ну арабы, конечно, не фонтан старт, да, я ничего не скажу. Блин, у цивилизации заточенной на пустыню, тут чуть-чуть, ну не прям заточенной, но... Ух ты, куда это упало? На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!